зовут Полякова Олеся, я электрогазосварщик. Несколько лет назад я как-то попробовала, мне очень понравилось видеть, как плавится металл, как формируется шов. И я решила продолжать дальше, самосовершенствоваться и дальше изучать эту профессию. 7 лет назад меня не приняли на работу. Мне начальник открытым текстом сказал, что такого еще не было, чтобы женщина-сварщик здесь работала. И он отказал мне в приеме на работу. В первую очередь я сама для себя доказала, что я могу, что я умею, не хуже других, а возможно даже лучше. Я считаю, что государственным органам и другим работодателям следует дать возможность женщинам работать в той сфере, где они чувствуют себя на месте, куда их тянет душа. Потому что только когда с душой работаешь, действительно все получается. Давайте вместе строить общество без исключения, ограничений, с равными правами и возможностями для каждого человека.